Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. И сегодня я хочу показать вам, как сделала своими руками органайзер для косметики из картона. Смотрим! Начинаю я, разумеется, с раскроя всех деталей. Я использовала гофрокартон, оставшийся у нас от кухонной мебели. Он достаточно тонкий, кажется, это называется микрогофра, так что все детали пришлось делать слоеными, чтобы получилась достаточная толщина и прочность. Никакой выкройки я заранее не делала. Единственное исключение – это дно органайзера. Это просто лист формата А4 со скругленными уголками. Все остальные размеры я рассчитывала по месту. Резала все канцелярским ножом по линейке, ну а уголки скругляла ножницами, это оказалось удобнее. Я буду делать ящик в нижней части органайзера и полочку над ним, так что мне потребуется две одинаковых детали дна на первый и второй этаж. Эти детали будут держать основную нагрузку, так что я сделала их состоящими из 4 слоев картона, чтобы точно ничего не погнулось и не деформировалось. Все слои я склеиваю между собой на клей ПВА. Это даст, кроме того, дополнительную жесткость, так как клей пропитывает картон и дно получится очень прочно. После склеивания обе детали дна для первого и второго этажа я поместила под груз, чтобы картон не повело от влажности. По бокам органайзера будут стоять самые большие флаконы. Размер ячеек я отмеряла по наиболее пузатому, с небольшим запасом, а вторую ячейку делала симметрично. Дальше стенки. Я заранее отрезала полосу картона шириной 20 см. Такой высоты я решила делать органайзер. Важно, чтобы направление гофры шло поперек этих полос. Проминаю полосу по гофре в местах скругления на дне. Мне длины полоски не хватило на весь периметр органайзера, так что буду делать стенку составной. Приклеиваю первый кусок к дну на термоклей и плотно прижимаю, чтобы стенка встала точно по дну. Примеряю и отрезаю недостающий кусочек стенки, также чтобы она встала точно по краю разметки бокового отсека, и тоже приклеиваю. Второй слой картона делаю аналогично, проминаю полосу по месту, чтобы плотно ложилась на уже приклеенный первый слой стенки. И в этот раз укладываю длинную полосу, начиная с другого бока, так чтобы стыки двух кусков стенки оказались на слоях с разных сторон. Я решила, что первый этаж у меня будет высотой 7 см и выкроила из картона еще 4 детали, в моем случае они двухслойные. Две поуже встают по краям органайзера между скруглениями, а две пошире равны ширине дна, их приклеиваю по разметке моих боковых отсеков, их важно приклеить строго вертикально. У меня получились 4 вертикальных детали, на них буду ставить дно второго этажа. Промазываю все торцы горячим клеем и ставлю сверху дно. Как я уже говорила, на первом этаже буду делать ящичек. Размеры я брала по месту, измеряла получившийся у меня проем и убавляла в высоту, ширину и глубину по сантиметру на свободу облегания, так сказать. Все детали ящичка я сделала трехслойными, чтобы он был достаточно прочным. Высота всех стенок у меня 6 сантиметров, так как я убавила сантиметр. Но вот фасад я убавлять не стала, поскольку хочу, чтобы фасад ящика вставал точно по проему. Приклеиваю стенки к дну, примеряю ящичек к органайзеру, и выясняется, что с фасадом я все-таки промахнулась. Не учла толщину двухслойных стенок и толщину этажей сверху и снизу. Так что приклеиваю на фасад еще один слой картона снаружи, чтобы ящик встал все-таки вровень со стенками, как я хотела. В центральной части органайзера я буду делать 3 отсека. Здесь тоже все детали двухслойные. Сначала деталь поддержка по всей ширине центрального отсека высотой 5 см. Таких деталей у меня всего 4. Следом приклеиваю перегородки боковых отсеков.
Длину и высоту я отмеряла по месту, чтобы по высоте перегородки были равны высоте внешних стенок, а по ширине вставали от задней стенки до передней. Самый задний отсек в центральной части я хочу сделать приподнятым. Еще две 5-сантиметровых детали склеиваю уголком. И этот уголок ставлю на первую деталь. Получается ступенечка. Эту ступеньку я решила отгородить невысокой стенкой. Сначала делала ее 7 сантиметров, но оказалось маловато. Так что добавила еще одну узкую полоску. Как видите, тут многое дорабатывала в процессе. И, наконец, четвертая 5-сантиметровая деталь – перегородка между передним и центральным отсеками. Тут ширину всех отсеков я выбирала, ориентируясь на размеры своих баночек. Основа органайзера готова. Дальше следует в целом необязательный, но крайне желательный в моем случае шаг. Поскольку торцы гофрокартона остались видны, а также для того, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость и прочность, я решила обклеить органайзер кусочками газеты во всем, наверное, известной технике папье-маше. Делать это не так долго, поскольку основа жесткая, 1-2 слоев газет вполне достаточно. А прочность возрастает многократно, поскольку картон пропитывается клеем и становится намного крепче. Но и главное для меня, я закрою все некрасивые торцы гофрокартона. Можно не обклеивать органайзер газетами, а обтянуть, к примеру, красивой бумагой или тканью и пропитать ее клеем. Это даст примерно такой же эффект. Я обклеивала только внутреннюю часть, там, где будут стоять мои баночки и пузыречки. Снаружи буду декорировать иначе, и там слой газет не нужен. Я даю основе хорошо просохнуть, и теперь можно заняться внешней стороной органайзера. Тут я решила попробовать деревянные бамбуковые палочки из Fix Price. Давно хотела сделать такую рельефную стеночку. Палочки эти продаются в садовом разделе. Это опоры для растений. Они достаточно толстенькие, ровные и хорошо ложатся в ряд. Тут хочу рассказать об одном своем промахе. Эти палочки заявлены длиной 40 см, и я, недолго думая, решила, что поделю их пополам и сделала стенку органайзера 20 см высотой. Но, к сожалению, по факту оказалось, что размеры палочек немного гуляют. Примерно 0,5 сантиметра. Какие-то из них на 0,5 сантиметра длиннее 40 см, какие-то наоборот короче. Но при разрезании пополам становится видно, что они все разные. И у органайзера из этого у меня получился неровный нижний край. Мне пришлось потом подшлифовывать нижний край, чтобы все выровнять. Учитывайте этот момент и делайте стенку на 0,5 сантиметра ниже, чтобы можно было все палочки сделать одинаковой длины. Резала я просто кусачками, это проще и быстрее всего. Если у вас есть соответствующая техника, будет очень удобно распилить все палочки на торцовке целым пучком, связать и пропилить за один проход. Ну а мне пришлось некоторое время порезать палочки, чтобы набрать нужное количество. На весь органайзер у меня ушло 2 с небольшим пачки таких палочек. Самое главное – ровно наклеить самую первую палочку. Если тут накривить, то все остальные пойдут тоже криво. По секрету, я с одной стороны начала клеить неровно. Пришлось греть все феном и снимать несколько штук, а потом приклеивать заново. Сначала я очень боялась, что где-то в процессе палочки пойдут в кривь и в кось, и постоянно контролировала угольником вертикаль. Но потом оказалось, что и на глаз сразу видно неровность, а если начало уложено как надо, то дальше все ложится без всякого угольника. Так что по бокам и на задней стенке дело пошло уже совсем быстро. Точно так же я обклеила палочками фасад ящика. Все палочки ориентировала аккуратным срезом вверх, чтобы верхний край получился ровный и аккуратный. В центре я поставлю ручку, и чтобы не сверлить палочки, я побоялась, что они протрескаются от этого, я их заранее разрезала и вместо установки ручки не заклеивала. Готовый органайзер и в натуральном цвете бамбука смотрится очень интересно, но у меня в данном случае была другая задумка, так что буду его закрашивать. Заранее готова ловить тапки по этому поводу.
Но перед покраской нужно делать еще одну вещь. Чтобы ручка хорошо держалась и не вырывалась из фасада, он все-таки картонный, я с изнанки дополнительно наклеила кусочек деревянной линейки. Краска у меня в этот раз тикорила для стен, евро 7. У меня оставалось примерно полбанки от прошлых проектов, как раз нужного мне цвета. Я хотела органайзер сделать насыщенно зеленым. Поскольку цвет очень насыщенный, чтобы полностью закрасить поверхность, мне потребовалось 3 слоя. За счет плотной текстуры краски мне даже удалось немножко сгладить видимые границы газетных кусочков на поверхности. Ну а если вы хотите, чтобы их совсем не было видно, можно нанести тонкий слой шпатлевки и потом подшкурить. Кстати, оказалось, что идея сделать вертикальную перегородку составной, помните, мне высота изначальной перегородки показалась маловато, очень неудачная. Я поленилась вырезать полностью новую перегородку, и зря. Место стыка очень заметно, даже под газетами. Лучше так не делать. После того, как комод был покрашен, мне захотелось украшательств. Я решила сделать на дно органайзера вставки из деревянного шпона. Почему-то очень редко используют этот замечательный материал вне деревообработки, а между тем шпон – отличный и сравнительно недорогой материал для отделки. Ну, конечно, смотря какую породу дерева брать для этого. Мне 2 листочка шпона обошлись по 80 рублей, в общем-то, вполне доступно для небольшого проекта. Я заранее вырезала из плотного картона вкладки нужного размера, а потом отрезала по размеру картона нужные кусочки шпона. Режется он канцелярским ножом и даже обычными ножницами, только нужно иметь в виду, что шпон достаточно хрупкий и его легко сломать, но, правда, также легко и подклеить обратно. Вырезала я с небольшим запасом и излишек по краям потом срезала. Шпон приклеиваю к картону на ПВА по принципу контактного клея. Я наносила клей тонким слоем отдельно на картонку основания. И точно так же отдельно тонким слоем наносила клей на шпон. Он, кстати, от влаги сразу скрутился трубочками. Дальше даю подсохнуть минут 5, чтобы ПВА стал прозрачным, и накладываю шпон на основу. Чтобы все хорошо склеилось, проглаживаю через бумагу утюгом на средней температуре, я гладила на хлопке, и укладываю под груз досыхать, ну а после просушки подрезаю излишки шпона по краям. Перед тем, как вклеивать шпон, мне нужно еще просверлить отверстие для ручки. Все, теперь можно вклеивать. Клею на горячий клей. С такими вкладышами органайзер сразу смотрится аккуратнее, и мне очень нравится сочетание темно-зеленого с деревом. Думала обклеить частичные перегородки, но потом передумала. Готовый органайзер покрываю прозрачным матовым лаком и дерево, и окрашенные части. Я покрывала в 2 слоя, чтобы как следует защитить поверхность. Не всегда показываю этот этап, но лаком либо воском нужно обязательно защищать готовую работу, особенно если предмет будет подвергаться какому-то механическому воздействию. Ну а здесь, поскольку комод несет не только декоративную, но еще и функциональную нагрузку, защита поверхности особенно актуальна. Остается поставить ручку. У меня в загашнике лежала симпатичная мебельная ручка в виде птички, купленная на AliExpress. Ее я и решила поставить. У птички в комплекте шел винт. Он был длинноват для толщины моего фасада, так что пришлось поставить еще пару шайб с изнанки, чтобы не подпиливать винт. Прикручиваем ручку и готово.
Органайзер получился очень удобный, самое приятное в таких самодельных вариантах, что можно подогнать размеры под свои потребности. Например, под определенный размер баночек и бутылочек. Или наоборот, сделать внешние габариты такими, чтобы органайзер поместился на полку, узкий столик и тому подобное. Сюда разместилась вся моя немаленькая батарея уходовых средств и даже маски в пакетик. А в ящичке удобно хранить самые маленькие баночки, линзы, пинцет, например, заколки для волос, ну и тому подобное. Плюс я поэкспериментировала немножко с основой для меня отделкой и уже придумала еще несколько вариантов ее использования. Органайзер этот предназначен для установки в другом месте, поэтому не удивляйтесь странному сочетанию оттенков зеленого, просто он предназначен не сюда. Я знаю, что многие с пренебрежением относятся к подобным штукам из картона, считают их недолговечными и непрочными, но если подойти к делу основательно, даже картонный органайзер можно сделать очень прочным, долговечным и, как видите, внешне красивым. По моему органайзеру, мне кажется, даже невозможно сказать, что он картонный. Если вам понравилось это видео и было для вас полезным, то, как обычно, мне будет очень приятно, если вы поддержите его большими пальчиками вверх и подпиской. Ну а на сегодня все. Всем пока!